Сразу 4 круглых стола работают в рамках форума «ЖКХ меняется». На каждой площадке старшие по домам с многочисленными вопросами к экспертам. ОДН – одна из самых актуальных проблем. Размер платы за содержание общедомового имущества переместился из коммуналки в жилищные услуги, а также изменился порядок начисления. Новшества волнуют горожан. Инициировали создание совета управляющих организаций, и был вот такой совет создан, несколько заседаний прошло, принято решение социально ориентированное начислять из принципа не больше факты, но и не больше норматив. Вынесена законодательная инициатива, которая в конечном итоге ставит приоритет показаний приборов учета над региональными нормативами. То есть это позволит как раз людям действительно продолжать заниматься мероприятием по повышению энергоэффективности домов, то есть экономить и так далее. Также обсуждали вопросы капремонта, создания комфортной городской среды, использования IT-технологий в сфере ЖКХ. Своим положительным опытом в области энергосбережения и экономического расходования ресурсов обмениваются и жители. Представители Ассоциации территориального общественного самоуправления делятся своими результатами. Мы отремонтировали все системы центрального отопления, системы водоснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения. Установили общедомовые приборы учета. Это у нас новинка, это сделали мы недавно и сразу обнаружили реальный результат. За 3 месяца мы уже реанимировали, которые нашли, 25 ТОСов. Создана сейчас, буквально звонила еще одна инициативная группа, 17 инициативных групп. Еще нашли, которые будут создаваться в ближайшее время по всей Ульяновской области. В Ульяновске создаются дополнительно. Проводятся семинары. Итог форума – резолюция. Некоторые ее пункты, как говорят эксперты, в дальнейшем, возможно, станут проектами, законами, либо постановлениями правительства. Также в рамках форума отметили лучших работников жилищно-коммунального комплекса. Им вручили награды и почетные грамоты. Мария Сафронова, Денис Миронов, «Весть Ульяновск».